Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, уважаемые голубеводы всего мира, страны СНГ. Хочу вам показать голубятник нашего друга Акмаля в Узбекистане, город Ташкент. Вот черногрудые и шахматные старопородные капканы узбекские. Вот. Как вы видите, этот отдел для голубей селекционных. Там сейчас покажем вам пискунов, которые выходят отсюда. Гребля, вид, игра, бой, все у них присутствует. Вот. Очень. Обратите внимание на грудь. Цвет какой темный, вот такой красавчик. Вот. Черногрудый карапат-капкан. Глаза. Вот голубка, чисто обрезная, и очень сильные гребли, чисто черногрудая, из-под линии чемпионов. Вот, обратите внимание. Вот, друзья, карачинный, черногрудый, вот, как вы видите, никакого монтажа, никакого дополнительного контраста, вот какой красавчик. Вот, отец чемпиона, крайний. Вот этот голубь старопородный, грудь, как видите, шахматная, ай, красавчик. Вот. Вот молодежь. Вот молодежь. Цвет тоже неплохой. Это первая линька у них. Вот ноги какие. Это облиняет. Иншаллах, все будет чисто у них. И гребля. Вот еще молодежь. Вот. Первая линька. Вот еще с гребли. Тоже молодой. Вот грудь уже более темная у него. Ай, красавчик. Вот, груди какие. Цвет какой.
И вот их пискуны. Вот. Тоже из-под черногруда. Как видите, цвет чуть-чуть пепельный, а облиняет будет тоже черногрудый. Вот еще второй. По-моему, это самка будет. Ноги тоже шикарные. И у нашего друга тут есть двухчубы. Хорошие, старопородные. Я вам сейчас покажу. Вот, двухчубы, старопородные, чистые узбеки. Молодежь, пискуны, вот они, многие сгребли, их гоняют, когда уже игра, гребля, бой, все, оформляют нужные на селекцию, какие-то на продажу. И вот, как видите, очень качественные.